Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается заявлений сепаратистов. Армянская газета «Гапар» пишет, что сепаратисты Карабаха преградили Еревану и Баку вхождением в состав России. То есть, если сегодня в Брюсселе будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, то Карабах, то есть сепаратисты Карабаха будут все делать, чтобы они входили в состав России. Мое мнение таково, что это не их выбор, это выбор России, но ввиду того, что Азербайджан является союзником России, и это означает, что даже пригрозив вхождение в состав России, это ничего не изменит, это только будут слова. И другой вариант в этом состоит в том, что Россия тоже давит не только на Армению, но и Азербайджан, чтобы этого соглашения не было, и они остались в этом регионе еще на 5 лет. Спасибо всем за внимание и удачи всем.